что еще там в новости есть какие, что-нибудь интересное, там, не знаю, про Украину, там, не Украину? 1 декабря закон в силу вступил, нельзя разговаривать про это. Да ну нафиг. Я тебе говорю, дискриминация российской армии или еще чего-то, либо и освещение тех действий, которые там происходят, да, карается законом до 12 лет заключения. Прикольно. Ну, короче, ладно, хрен. Нереально с 1 декабря, ну. Что раньше тогда не рассказал? Ну, я не знаю, ну, а если я еще соседу хоть кому-нибудь скажу что-нибудь такое, свои мысли какие-нибудь, да, и вдруг тот поймет меня неправильно. Да? Хотя у меня нет никакой дискредитации там, да, в сторону там наших там как-то, да, действий или еще чего-то там, да. А тут просто кому-нибудь возьмет, скажет в органы, что я вот такая нехорошая, ко мне в гости приедут. Ну да. Пост в интернете выставлю какой-нибудь, нечаянный лайк куда-нибудь нажму, ко мне в гости приедут, сразу же дискредитация нахуй, все. Охренеть.